Огромный привет всем, дорогие друзья, с вами Антинуп. В этом видео я дам вам кучу советов и кучу теорий на тему, как же правильно играть от маскировки, оставаться незамеченным после выстрела и просто тотально всех гнуть, даже и не светиться после этого. Для начала, ребят, вам нужно определиться, насколько у вас хороший танк для того, чтобы играть от маскировки. Но скажу вам сразу, что от маскировки нормально себя чувствуют, ну, чтобы играть в маскировки, нормально себя чувствуют некоторые СТ, не все, далеко не все, ПТ и ЛТшки, но ЛТшки почти все. Дальше, ребят, чтобы вы точно знали, какой коэффициент незаметности у вашего танка, также вы сможете посмотреть, какой коэффициент незаметности у танка после выстрела, нажав на аннотацию, которая сейчас у вас будет на экране. Там будет видео на тему самых незаметных танков в игре. Вам все это просто необходимо знать, чтобы играть от маскировки. Вы должны знать коэффициент незаметности вашего танка, на котором вы играете, обязательно. В общем, ребят, после того, как вы со всем этим ознакомитесь, приступаем уже непосредственно к советам. Для начала вы, конечно же, должны понимать, что куст дает некую маскировку, поэтому всегда лучше стрелять из-за куста, вставать в куст и так далее. Но учтите, что есть такие нубы-кусты, о которых знают все. И их могут прострелить просто блайндшотами, и вы даже можете не светиться, ничего. Их могут просто, ну вот, подъехал туда, встал, и тебе вслепую там либо арта, либо еще кто-нибудь, ну так, для проверочки накидывает. Бывает такое, поэтому всегда знаете и помните об этом. Дальше помните правило двойных кустов, то есть если через двойные кусты становитесь, ну как понять, что вы встали именно в двойной куст, то есть в снайперском прицеле у вас непрозрачный куст, то есть вы вроде стоите близко к кусту, да, но у вас непрозрачный он получается, и через него так тяжело все видно, то есть вы встали за двойной куст, то есть там впереди вашего куста есть еще один куст, и можете стрелять и не бояться. Ну, конечно, если до противника там расстояние хотя бы 200 метров есть, то можете стрелять и не бояться. Опять же, на танке с хорошей маскировкой. Вы не засветитесь, скорее всего. Дальше есть еще правило 15 метров. То есть отъезжаете на 15 метров назад от куста, он у вас становится непрозрачным, и тогда тоже можете стрелять без засвета. Конечно, на тяжелых танках такое не прокатит, вы в любом случае засветитесь. Но здесь не в этом суть видео. То есть, видите, вот Е25 отъезжает на 15 метров от кустов, куст становится непрозрачным и спокойно настреливает по чину с расстояния 326 метров, вообще не светясь никак. Также еще пойдет и такой вариант, когда вы стоите за кустом, за одним, а где-то впереди верхушка дерева скрывает у противника те точки, с которых он может вас засветить. То есть, если вы посмотрели видео о секретах маскировки, самые незаметные танки, то там вы знаете, что у каждого танка есть точки такие засвета, если так можно образно назвать. В общем, посмотрите, там разберетесь. И если увидите, что макушка дерева или просто, ну, листва дерева скрывает эти точки у вражеского танка, то можете также по нему стрелять. Дерево выполняет роль куста. И да, вы должны знать, что уже достаточно давно, я даже забыл в каком обновлении, поваленные деревья тоже маскируют. Да, раньше они не маскировали, но уже давно поваленные деревья маскируют. Поэтому они как кусты работают. То есть вы можете встать на ваше любимое место. Если там нет куста, но есть дерево, можете повалить дерево правильно, и оно будет выполнять роль куста. И, кстати, когда вы стоите вплотную к кусту и стреляете, то куст работает, по-моему, процентов на 20, если я не ошибаюсь. Дальше, ребят, что надо еще знать? Как прежде чем совершить, ну, я не знаю, выстрел, нанести противнику урон, вы должны быть уверены, что больше ни с какой стороны вас не просветят. Только вот противник спереди, больше нет его нигде. Иначе... Даже если вы соблюдаете правила двойных кустов, или же правила 15 метров от кустов, и расстояние до противника весомое, но с какой-то другой стороны, откуда куст вас не защищает, находится противник, после выстрела вас сразу засветит. Поэтому обязательно
смотрите на миникарту. Обязательно вы должны знать, где чаще всего стоят вражеские ПТ, СТ и так далее. То есть у вас должен быть опыт игры хоть какой-то, но новичкам это будет очень тяжело играть от маскировки, ну, практически невозможно. Вы должны, ребят, все это знать и понимать, и быть готовым. И, естественно, не стрелять, там, если есть вероятность, что вы засветитесь. Также, если вы работаете в роли пассивного света, будь это ПТ или ЛТ или даже СТ, то вы должны понимать, если вы хотите светить, то двойные кусты и 15 метров кустов не дадут вам светить. Вы должны подъезжать вплотную к кусту и просто стойте, не стреляйте. Пассивный свет стрелять не обязательно. Ну, видите, если расстояние там до противника метров 300 или 250, конечно, не нужно стрелять. То есть стоите в кусте просто... и ничего не делайте, не двигайтесь. Ведь вы знаете, что когда танк двигается, он лучше светится. То есть не двигаться. Для ЛТ-шек, конечно, это не относится. В общем, встаете и просто светите. Естественно, для стрельбы, для незаметной стрельбы, вам необходим навык маскировки. Обязательно прокачанный перк маскировки в экипаже. У каждого члена экипажа вам просто необходим. Также... вам понадобится маскировочная сеть, чтобы когда вы не двигаетесь, стреляете к противнику, вас, в принципе, сложнее было заметить. Ну, естественно, понадобится рога, ну или же стереотруба. Почему, спросите вы, ведь стереотруба дает плюс 25%, а максимальный обзор всего 445 метров. И там дальше куда хватит и оптики. Ребят, еще раз повторяю, я уже вам в нескольких своих видео об этом говорил, что стереотруба... когда вот вы превышаете максимально возможный обзор, у вас улучшается качество обзора. То есть вы лучше будете светить сквозь кусты, сквозь деревья. И будете лучше нивелировать коэффициент маскировки у противника. Ведь 445 метров вы танк с 445 метров не засветите никогда, потому что у танка есть коэффициент маскировки, потому что у танка, возможно, прокачан перк маскировка и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. Ребят, я даже не знаю, скорее всего, в одну серию я уложиться не смогу, потому что бой уже подходит к концу, а у меня еще остались некоторые советы. Скорее всего, выйдет вторая часть. Если вы хотите, то обязательно пишите в этих комментариях, чтобы, мол, Антинуб выпускает вторую часть, что видео было полезно, нужно еще. И тогда я выделю время и запишу следующую часть. Ну а на этом, ребят, в принципе, видео заканчивается. Обязательно посмотрите плейлист обучалок для новичков, там... я уйму, просто тонну информации даю, чтобы тащить бои лучше и чаще. Также я вам напоминаю, что вы можете принять участие в символическом розыгрыше 100 золота. Для этого вы должны быть подписаны на канал, вы должны поставить лайк под этим видео и должны ставить комментарий, в конце которого вы укажете свой игровой ник. Комментарий может быть любой, главное указать в конце его игровой ник. И да, ребят, в конце этого видео у вас будут доступны плейлисты, и будет плейлист на обучалку, ну, она конкретно называется «Учись нагибать», обучение и повышение статистики. И на много других плейлистов будут аннотации, которые просто улучшат вашу игру, позволят тащить чаще, нагибать, и вы узнаете много всего интересного о самой игре, о механике игры и так далее. На этом, ребят, все. Я желаю вам удачи в боях, играйте от маскировки, стреляйте незаметно и нагибайте. Всем счастливо!